Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла. Ощущение, что у него мешок на голове одет. Хорошо, защищаем его физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Альберта, защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Альбертаса поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Я на месте. Мы приветствуем Альбертаса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Сними мешок. И я даю команду на счет 3. Сканер помогает, отключает этот мешок полностью. И мешок отправляется в клетку-тюрьму. Он говорит, дышать легче стало, я приветствую вас и даю согласие на свою чистку. Благодарим, Альбертас. Давайте посмотрим, кто за мешком стоит. Выстраивай канал от мешка к ответственным. 1, 2, 3. Притягивай их в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть, стоят в клетке. Это рептилоид. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый-красный, органический, неорганический. Органический, он лаборант. Притягивай всех, кто связан с этим рептилоидом. 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьмы. 2 грея. Отлично. Органический, неорганический, ставим маячок. 1 органический, другой робот. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Робот уходит на переработку, закрывая, печатаю. Растворяй. Грея, глаза расширились. Зачем ты уничтожил? В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Он как руки вперед вытягивает, отторгая. Не хочет ее. Забирая живую плазму в себя. Вы за этот мешок сегодня ответите оба. Не переговариваются. Да? Ну и хорошо. Что они говорят, Вера? Не знаю. Ты получаешь информацию. Пошла информация. Говорят, что он имеет плазму. Правильно говорят. Хорошо. Альбертас, вы сегодня вправе. Это ваше биополе, понимаете? Это все вам принадлежит. Эти паразиты пришли и одели вам мешок на шею. Если вы хотите им сегодня вернуть все назад, только скажите, мы поможем вам это сделать. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Альбертаса, под ногами 360 градусов вокруг него. Альбертаса находит все. Суккуб, инсектоид, дракон. Какой? Красный. Все. Считай цифру красного дракона над головой. 1666. 1666. Я говорил, там красный, там дракон будет. Хорошо. Красный дракон. Сколько ты находился в биополе, Альбертаса? 4 года, 6 месяцев. 4 и 6. Хорошо, красный дракон. Как ты влиял на его концентрацию во время работы? Его больше медитация интересует. Медитации? Куда ты его уносишь в этих медитациях? Что ты ему транслируешь? Хорошо, сейчас мне расскажешь. А пока начнем реверс. Я даю команду тонкой копии Альбертаса спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную патогену низкой аборационной энергии в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Альбертасу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Инсектоид 2 года. 2 года. На что влиял? На желудок? Да. Понятно. Альбертас, вот причина боли в желудке. Суккуб, сколько ты здесь находишься? 6 лет. 6 лет. То есть хорошо знаком уже, да? Но закрывает от всех. А, так от это женского ты... пола. Так это ты закрываешь его, да? А ну-ка, Верочка, давай, я даю команду. На счет 3 проявляется накидка суккуба на Альбертасе. 1, 2, 3. Если такова есть, ты ее видишь. Ну как оболочка? Оболочку снимай. 1, 2, 3. Выходит эта оболочка. Прозрачная вышла. Открывается под ней портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, сколько реп с Греем находится?
в этом биополе? 4 месяца они назад спросили. Мешок. Подключили. Хорошо. Человек занят тем, что он находится в дороге, то есть он, ему важна концентрация. Вы же его этим мешком убивали. Поэтому я сегодня спрошу у Альбертаса, что он хочет сделать с вами, если он скажет открыть портал в галактической дроге, скинуть вас за то, что вы его жизнь ставили в опасные ситуации, то я так и сделаю. Этот мешок, он на уровне шеи подключен был. Закрывало это зрение, мешало работе. Они показывают туман. Коварно. Реверс закончился. Отлично. Хорошо, установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Альберта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Альберта себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Какие-то положительные эмоции возвращаются. Они в безэмоциональном делали, забирая радость, чистоту, доброту. Мы тоже их можем сделать безэмоциональными. У нас даже энергия для этого специальная есть. Смех. У него нету... радости в жизни. Нету причины. Он не видит причины радоваться. И это тоже можно украсть у человека? Или да, это... они закрыли его этим мешком. Понятно. Он не видит вокруг радости. Понятно. Хорошо, забираем все из мешка полностью. Закончился реверс. Отлично, хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, все энергии свои забирай, ничего не забывай. И возвращайся в клетку, докладывай. У меня готовность к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он сгорит просто по каналам. Приступай к дракону. Дракон плату вынес красную. Хорошо, инзиктоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. У тебя один или два инкубатора? У него один полноценный, второй он только начинает создавать. Он еще я вижу. Не разросся. Хорошо. Пустой пока. Инсектоид, давай все забирайся, отключайся. В жидкость не забывай. Все прищепки свои отключай полностью. И на свободу с чистой совестью. Готово. Хорошо. Суккуб, выходи. Снимай все, что ты оставил в его биополе. И расскажи, как... оно воздействовало на его биополе. Что он там? Ленточки, Вера? Ошейники, что у него? Но он нет, он показывает эту накидку прозрачную. Ну да. Тусклым она его делала. То есть неинтересным для другого пола, да? Да. Понятно, вот такая у тебя фишка есть. Где-то да? Невиденным, а где-то просто тусклым. Понятно. А у него ленточки на руках есть. Только на руках? Ну, пока там снимает. Ну да. И обычно шея. Везде ленточки вешать. На шее у него, как поводок. Вот об этом мы и говорили, снимай. Где ты спал, на груди у человека или где? Нет, он не спал, но его развлекал. А, только развлекал, понятно. Он снялся. Хорошо. Так, рептилоид с Греем одним. Грей, выходи, вытаскивай все, что еще осталось неотключенным. Приступай. Возвращайся назад. Как кольцо с шеи энергетическое снял. Еще и кольцо. А это что за такое, Грей? Это типа сканера что-то. Ну и как оно действует? Сканер эмоций. Собирал. То есть этот сканер... мешок. А, вот как. Нормально, хорошо. Так, все забрали, Вера, да? Да. Хорошо. Включай внутренний белосвет Альбертасу. И Альбертас выдавливает этим светом все негативные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3, пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются перед Альбертасом в шар. Значит, он выдавил энергии и говорит, что это чужие энергии, которые я принимал за свои. Шар вышел. Отлично. Открывается портал галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Две команды сканера на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Даю команду Альбертасу на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шокового удара, отстегнуть от себя все негативно воздействующие на его жизнь, здоровье, биополе и эгрегоры. Отстегнуть от себя все каналы, ведущие к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы к интерферентам и их подключкам. Готово.
открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, все прошли. Красный дракон, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что больше никогда в это биополе не войдешь. Даю слово красного дракона. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Инсектоид, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Суккуб, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Он спрашивает, можно ли забрать накидку. Если ты мне пообещаешь, ты больше никогда даже и в мыслях не приблизишься к этому человеку. Говорит, что опасность того, что он в своих мыслях приблизится ко мне. Хорошо, давай совет, как ему избегать твоей. И он смеется и говорит, что он не советчик. Ну хорошо, значит, тогда мы закрыли этот вопрос. Уходи в свой портал без накидки. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Под накидкой открывается портал галактическое дрона, уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Под мешком открывается портал галактическое ядро 1, 2, 3. Мешок уходит на переработку. И этот ошейник, что снял Грей, тоже уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Это кольцо. Готово. Отлично. Хорошо, рептилоид с Греймин. Что мне с вами делать сейчас? Искать на нашу чистоту. А что ты так думаешь, что я буду это делать? Я спрошу Альбертоса сейчас. Альбертос. Что вы хотите сказать этим сущностям, которые вам накинули мешок на голову и 4 месяца мешали вам жить, делая туман в голове? Он говорит, что я скажу этим сущностям, что я сильнее их и свою доброту. Я не собираюсь изменять или тратить на них. Пусть идут своей дорогой. Хорошо. Я добавлю от себя это, если это их не впечатлит, то я их просто сожгу в следующий раз. Все понятно, Грей и рептилоид? Не будут с тобой связываться, им все понятно. Не только со мной, но и с Альбертосом. Они найдут другого. Я не сомневаюсь. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоидов, один на частоте Грея. Грей уходит в свой портал, а рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Готово. Клетка пустая. Посмотри. Да. У него лярва от негатива, который он не может сбрасывать, и он у него скатывается в ногу. Понятно. Альбертос, мы сегодня вам показывали, как я выдавливал эти энергии из вашего, негативной энергии. Точно так вы выдавливаете каждый вечер перед своим сном. Все эти энергии сбрасывайте в галактическое ядро, потом закрываете галактическое ядро. У нас есть много видео на канале, обучающие видео. Посмотрите, там все это есть. Также там стоит о защите Меркаба, о том, как заправляться энергиями и поднимать себе вибрации самому. Каждый день. И вы будете всегда чисты. Отлично. Пусть тонкая копия Альбертоса вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 700. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Альбертоса до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Радость какая-то. В нем есть искра ангельских энергий, которую он разбрасывает в этом состоянии. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Альбертос. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после чистки? Счастлив. Замечательно. У нас осталось еще 10 вопросов, которые вы подготовили для своего куратора. У ангелов это друзья. И мы сейчас будем делать запрос в энергоинформационном поле и приглашать в эту комнату диагностики вашего куратора друга. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя друга Альбертоса. Это женщина. Снимаются маски и голограммы, и фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора, друга
Альберт. Она смеется. Да, мы знаем, конечно. Приветствуем ангела. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Приветствую всех ангелов в этой комнате. Отдохни немножко, милый ангел. Ты сегодня много говорил. Меня зовут Вероника, и я друг Альбертеса. Приветствуем вас, уважаемая Вероника. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня провели чистку Альбертеса, вы достучались до него и вовремя, потому что там с этой, конечно, мешком рептилоида и Грея и так далее, это не совсем такие приятные вещи. Как и все остальное, что было, этого всего нет. Остались только 10 вопросов, которые он очень хотел бы задать своему куратору, своему другу. С удовольствием отвечу на вопросы. Благодарю. Первый вопрос. Мы уже ответ получили. Откуда моя душа? Ангельская душа. Ангельский какой уровень? Или оставим? 8 уровень ангельский. Развития. Благодарю вас. 8 ангельский. Поехали дальше. Второй вопрос. Как найти общий язык с душой? Слушать свою душу. Душа дает ответы всегда. Душа и сердце подсказывают правильность поведения и решений. Слушая душу, ты находишься в балансе и принимаешь правильные решения. Твоя душа состоит из ангельских энергий. Как вы уже заметили, у них есть искра, которая светится и привлекает внимание других душ. Ты можешь представлять свою душу именно так, наполненную светом, с искрой внутри. Когда ты грустишь, эта искра тухнет и мечется внутри. Поэтому не допускай понижения вибраций. Старайся, чтобы твоя искра горела и напоминала тебе всегда о себе. С этой искрой ты будешь делать правильные поступки. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Вероника. Третий вопрос относится лично к вам. Есть ли у меня ангел-хранитель? Все кураторы, учителя и друзья, которые помогают вас, направляют, дают знаки, и есть ваши ангелы-хранители. Да, в этом случае это я. Но в этом случае настоящий ангел-хранитель. Мы знаем, что ангелы-хранители есть только у ангелов. У остальных есть кураторы, в принципе, это одно и то же. Но на Земле существует такое заблуждение, и все считают, что у каждого есть именно с крылышками ангел-хранитель. Хотя это совсем не обязательно. Самое главное, что всегда есть кто-то рядом. Благодарю вас, уважаемая Вероника. Мы можем идти дальше? Или вы хотели добавить что-то по этому поводу? Я думаю, что ангел-хранитель, можно сказать, в переносном смысле. Любой куратор, ангел-хранитель, как ты уже заметил. Благодарю вас. Что бы мы делали без этой помощи? Это я действительно от всего сердца так думаю. Поехали дальше. Четвертый вопрос. Как заряжаться энергиями? Твои энергии находятся в энергетических центрах, чакрах. Визуализируй энергии по цветам и наполняйся до уровня, который тебе нужен. Энергии наполнятся и остановятся, если ты не знаешь свою цифру. Как правило, она возникает в голове. Примерное количество ты сегодня услышал. Также важно заполняться ангельскими энергиями, которые идут в крылья и наполняют ангельский стержень и крылья энергиями. Благодарю. И тем самым укрепляет нашу защиту. Благодарю вас, уважаемая Вероника. Я перехожу к пятому вопросу. Как можно связаться с куратором и как его имя? Разрешите представиться, Вероника. Связаться со мной легко. Я всегда на связи и слышу тебя. Нужно ли смысленно обратиться ко мне с твоим вопросом? Коротким, четким, понятным. Не строй большие вопросы. Четко спроси, что тебя интересует. Не надо напрягаться, нужно расслабиться. И ответ придет сразу же. Первый ответ, который придет до твоих сомнений, будет мой. Я говорю про доли секунд. Вероника, этот ответ уже идет в процессе вопроса. Мы это постоянно с этим имеем дело.
во время вопроса идет ответ. И еще важное дополнение – не анализировать этот ответ, а принимать так, как он идет. Тогда именно это я и подразумевала, сказав, что мой ответ придет еще до твоих сомнений, которые начнутся через секунду. Благодарю вас, уважаемая Вероника. Мы ему, в принципе, показали, указали ему. Ну как, нет, за куратора у нас есть обучающие видео, где кураторы многие объясняют, как с ними связаться, и ангелы. На самом деле это не тяжело, просто надо достигнуть себе какого-то гармонии, какого-то баланса, быть спокойным, сконцентрированным. Ты умеешь медитировать, в этом состоянии со мной связаться легко, в спокойствии. Сейчас ему будет еще легче, потому что там сидел дракон, его очень интересовали его медитации. Я не знаю, как это связано, но я более чем уверен, он перекрывал эти возможности какие-то, мешал ему. Сейчас этого всего нет, поэтому я думаю, у вас связь, наверняка, Вероника, очень быстро состоится. Это правда, дракон не показывал, он наоборот перекрывал, останавливая его. Так и есть. Идем дальше. Да. Шестой вопрос. Иду ли я по жизненной программе? Я не буду говорить про физическое тело. Я скажу про душу. Душа развивается, а это главное. Душа идет по дороге осознанности, и это очень важно. Как я уже сказала, искра души должна гореть. Это самое главное в твоей программе. Если душа горит, ты выбираешь правильную дорогу, а значит, проживаешь лучшую жизнь из всех возможных. Благодарю. Ему понравился манифест, когда он его сегодня читал, и каждое слово он вникал. Я надеюсь, что он дальше будет продолжать его читать и через себя пропускать, и это укрепит его еще больше осознанности, силу духа. Идем дальше. Восьмой вопрос. Нет, прошу прощения, седьмой вопрос. Сколько кармических узлов было и сколько еще осталось? 3 кармических узла пройдено. Еще 2 впереди. Но это будет зависеть от тебя, от принятия решений тобой. Будущее многовариантно. Можете добавиться, можете быстро пройти. Все зависит, безусловно, только от человека. Можем идти дальше. Да. Итак, у нас остался 8-й вопрос. Основные задачи на это воплощение. Как я уже заметила выше, задачи души – это развитие и осознанность. Я бы хотела добавить здесь, кроме манифеста и практик духовных и развития, а то есть получения новой информации, для тебя очень важны эмоции. Старайся поддерживать позитивные взгляды и настроение. Старайся держать свои вибрации на высоте. Тогда твоя искра, как я уже сказала, будет выходить за пределы, за границы, привлекая к тебе нужную информацию и нужные вибрации от других душ. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Вероника. 9-й вопрос. Как мне далее идти по духовному пути? Все вопросы вертятся вокруг развития души. В мире много информации, в книгах, а также практики, которые ты выполняешь, вопросы, которые к тебе приходят, задавай их. Этим ты обучаешь сам себя. Не держи вопросы внутри. Спрашивай, получай ответы, накапливай эти знания. Выбор лишь за тобой. Слушай свою душу. Как я уже говорила, разговаривай с ней и слушай. Ты услышишь все ответы. Если у тебя есть сомнения, как вы говорите, сердце подскажет. Безусловно. Мы так и говорим, сердце подскажет, сердце не обманешь. Вот так мы тоже говорим. И это чувство можно только... Я не знаю, кто его не слышит. Люди просто игнорируют свое сердце, включая логику. А на самом деле душой надо чувствовать весь и жить. Вероника, у меня остался 10-й, последний вопрос. Мы закончили с 9-м? Или вы хотели еще добавить? Я бы хотела подытожить. Пожалуйста. То, что я сказала. Все, что сказано, имеет отношение к практикам и развитию.
Как я уже сказала, выбор можешь делать только ты. А дальше слушай свою душу, подходят ли тебе эти практики. Или есть какие-то сомнения. Ты сразу почувствуешь правильность пути и выбора учений. Благодарю. Оно у нас откликается в душе всегда. Вот это, наверное, слово вы искали. Да. Благодарю вас, Вероника. Очень интересно с вами общаться. 10-й вопрос, последний. Ему он очень важен. Он пишет: «Я машинист дизель-поезда. Как обезопасить себя от лесных животных, которые попадаются под поезда?» Не нужно обращать на это внимание, потому что ты не можешь это исправить. У животных тоже есть своя карма, которую они несут. Иногда, перенеся улитку с дороги или пешеходного тротуара, вы нарушаете ее карму. Точно так же с лесными животными. Они находят то, что ищут. Не нужно им мешать. Какая интересная информация. Ну, мы знаем, есть такое первое правило во Вселенной: не просит, не лезь. Но с другой стороны, конечно, здесь же можно понять и эмоции человека, который это все переживает. Поэтому с этим был, скорее всего, связан вопрос. Не нужно переживать за то, что ты не можешь изменить. За то, что не держишь под контролем. Благодарю вас. Уважаемая Вероника, мы закончили. Если вы сейчас хотите активировать его ангельский стержень, обменяться энергиями или что-то еще добавить, это был бы самый лучший момент. Его стержень давно активирован, и искра горит. Сияет. Тогда замечательно. Тогда у нас остался один нюанс, о котором вы еще не знаете. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, а были здесь уже очень многие, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, самыми сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем уважаемого куратора Веронику, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за эту прекрасную встречу и просто на добрые воспоминания. Какой великолепный набор. Я с удовольствием приму этот подарок. Замечательно. Благодарим вас, уважаемая Вероника. И я от всей своей ангельской души благодарю вас и дарю вам этот свет благодарности. Принимаем ваш свет благодарности, уважаемая Вероника. Передавайте привет ангельскому миру. Все кураторы, кто считает, что их подопечный готов к новому этапу, посылайте к нам. Мы всем по мере наших сил откроем двери в новую жизнь для их развития. Какой прекрасный чистый свет арго в вашей комнате. Да, мы этим очень гордимся. И нам очень приятно, что все кураторы это замечают. Могу лишь заверить, что есть чем гордиться. Мы пытаемся оправдать это доверие, нам оказанное. Уважаемая Вероника, поверьте, это действительно нелегко. Но очень приятно находиться здесь. Замечательно. Поэтому я говорю, Вероника, до скорых встреч. Мы не прощаемся. Возможно, Альберто захочет когда-нибудь на своем этапе развития познакомиться со своим высшим «Я», задать ему вопрос, если он сделает, безусловно, после контакта с вами. И мы обязательно вас пригласим и поднимемся вместе на уровень высшего «Я», если будет на то его воля. Благодарю вас за эту прекрасную возможность. Благодарим и мы вас. Примите нашу благодарность искренне на этом месте. И мы желаем вам всего наилучшего, чистых энергий и высоких вибраций. Всего доброго. До свидания. До свидания. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Какая легкость после ангела всегда. Альбертос, поздравляю вас с такой прекрасной встречей, с таким серьезным осознанием сегодняшним. Вы узнали, кто вы. Вы пообщались со своим другом, который за вами присматривает. Получили всю информацию, которую вы хотели узнать. Какие у вас ощущения после встречи и чистки? Великолепные ощущения. Ощущения легкости и в то же время наполненности светом и чем-то очень-очень родным. Я еще добавлю, сегодня, к сожалению, не было сказано, но эта ангельская энергия является вашей защитой.
этот стержень, который находится внутри вас, вы можете раздувать влево-вправо, поднимать вверх-вниз и выставлять себе защиты. Выставляете эти защиты, когда ложитесь спать, и заполняете себя энергиями, вы их прочувствовать должны, как сказала ваш куратор Вероника. Но имейте в виду, это не только родные энергии, но и это энергии, которые вас защищают. Используйте их активно. Как ими работать? Спросите Веронику, она объяснит вам, как это все сделать. А сейчас мы будем возвращать вас назад, ваш пиар-робот, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Альберта со в систему биоробот душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Я на месте. Thank you.